Сейчас информация для взрослых, которых беспокоит внешний вид ребенка. Испанские ученые нашли главную причину набора веса, и как бы странно это ни звучало, в ожирении детей виноваты гаджеты. Но в первую очередь рискуют те, кто пользуется смартфонами и планшетами перед сном и в спальне. Почему, расскажет Светлана Христофорова. Ученые бьют тревогу. Компьютеры, смартфоны, офисы буквально пронизывают вредоносные волны, от которых, увы, многие не отдыхают и дома. Скорее наоборот. Гаджеты и сами стали частью отдыха. Возвращаясь с работы, Максим Черных первым делом берет в руки планшет или смартфон. Захожу в соцсети, смотрю там какие-то новости. Бывают такие случаи, то, что просыпался, а телефон оказывался у меня под подушкой. Не так давно в научном мире снова и очень громко заговорили о вреде гаджетов, причем именно в местах, предназначенных для сна. Понятно, что гаджеты в спальне – абсолютное зло. Но оказывается, не так страшно излучение, как исходящий от экранов синий свет. Именно он, по мнению испанских ученых, провоцирует не только расстройство сна, но даже увеличение веса. Действие это весьма опосредованное. Начинается с того, что синий свет монитора, планшета или смартфона сильно влияет на нервную систему. Он напрямую влияет на сетчатку глаза, которая воспринимает это излучение. И организм понимает, что он должен бодрствовать, потому что идет соответствующее излучение такого яркого спектра достаточно. А это, в свою очередь, подавляет продукцию мелатонина, гормона сна. Такая ситуация, по сути, запускает в организме цепную реакцию. Дело в том, что мелатонин не только отвечает за крепкий сон, но и помогает организму преобразовывать потребляемую пищу и жидкость в энергию. А если недостаточного выработалось мелатонина, более быстро наступает старение, возрастает уровень стресса. И жировая ткань тогда откладывается в проблемных, так называемых, проблемных зонах. Именно в области живота и вокруг талии. В народе даже говорят, что это не живот, а комок нервов. Это не жир, а спасательный круг. В ходе экспериментов инъекции мелатонина помогли крысам с ожирением и диабетом избавиться от лишнего веса. Испанские ученые уверены, что их открытие остановит эпидемию ожирения во всем мире. Ведь до недавнего времени миллионы худеющих боролись со следствием, а не причиной болезни. А начинать надо с налаживания здорового сна, первым шагом которому должен стать отказ от гаджетов в спальне.